Я у Романа Григорьевича была ассистентом режиссера, вы будете смеяться, действительно. В Риме мы ставили Дюрренмата. Вот. И у них масса была миллион идей, что я должна играть. Ну, начали мы, конечно, с тяжелой вещицы. Это была Анна Каренина Толстого. Рощин написал инсценировку, вот, а потом уже, конечно, вглубь идти было невозможно. И тогда Роман Григорьевич поставил на 6 спектаклей YouTube. Вот, они пользовались бешеным успехом. Это «Я тебя не знаю», «Милый Альдо де Бенедетти» и так далее, и так далее. И тогда еще, когда я даже не думала о том, что в конце концов придет время и возрастных ролей, они все мне сказали: «Играй королеву-мать». Я говорю: «Какая королева-мать? У меня еще дети, я не знаю». Королева-дочь. А? Королева-дочь пока еще.